уверены, что говорите по-русски правильно. Проверьте себя. Как вы считаете, правильно говорить? Языковая или языковая? Это о колбасе. Языковая колбаса моя любимая. А у меня дедушка все про русский язык знает и все время о языковых средствах говорит. Если мы говорим о колбасе, то, безусловно, языковая. Но если мы говорим о жизни, о развитии, о правилах русского языка, то, конечно, языковой, языковая, языковые. В зависимости от значения слова меняется и ударение. Языковые колбасы, но языковые явления, языковой процесс, языковое окружение, языковая среда. Языковая колбаса, языковой барьер.